А перед просмотром этого видео я хотел бы вас попросить зайти подписаться на канал Blue Fox Channel. Он играет в SkyWars, делает обзор модов в Майнкрафте и играет в многое другое интересное. Поэтому, если вы заинтересованы, то ссылочка на него в описании. Заходите и подписывайтесь, а мы приступаем к просмотру. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, версию 1.9, точнее в новый снапшот, где сегодня мы будем рассматривать новые изменения, которые разработчики Майнкрафта все чаще, чаще вносят в саму игру. Некоторые, конечно, полный бред, я думаю, вы со мной согласитесь, некоторые, может, даже изменят Майнкрафт в лучшую сторону. В этом обзоре мы рассмотрим новый биом, я не знаю, полезный ли он или нет, рассмотрим новое изменение золотых яблок, изменение оружий, изменения щитов и многое другое, ребята. Я надеюсь, это вам понравится, и свои выводы вы сделаете в течение этого видео. Но, как обычно, перед этим я хотел бы вас очень сильно попросить поставить лайк. Ведь если мы наберем 700 лайков, то в ту же секунду выйдет следующий обзор новых снапшотов, и вы сможете увидеть, что же, какие же изменения нас будут ожидать в следующей версии Майнкрафта 1.9. Сейчас, секундочку, я выключу дождь, и, ребята... Во-вторых, это будет очень просто неприятно, потому что каждый ваш лайк просто-напросто поднимает мне настроение. Честное слово, ребята. Также не забываем оставлять свои комментарии. Я общаюсь со своими подписчиками. Все, что от вас требуется, это просто-напросто написать его. Я его прочитаю, отвечу, также с тобой пообщаюсь. И последнее, ребята, я говорю, перед тем, как начать само видео, не забываем подписываться на мой канал. Я считаю, у каждого нового подписчика, который вступит в нашу большую дружную семью. Поэтому я тебя хотел бы очень сильно попросить, подпишись. Это будет действительно мне очень сильно приятно. И, ребята, мы приступаем. В первую очередь, я хотел бы рассмотреть новые яблочки. Золотые, улучшенные и обычные. Что же изменилось? Что же? Первое яблоко в старых версиях Майнкрафта восстанавливало два сердечка. То есть, давайте я сначала выключу гейммод и покажу вам. Peaceful Easy. Включу ночь, time, set, night. Посмотрим, как же... Здрасте. Вы меня будете бить, месье? О, проснулся, чудик, проснулся. Давай, немного побей меня, Сейчас посмотрим, мне просто-напросто нужно голод, чтобы у меня убавился. Сейчас. Во, ребята, я думаю, сойдет. Сейчас мы запинаем быстренько этого зомбаря и посмотрим, как же восстанавливается сейчас здоровье с помощью золотых яблочек. Давайте посмотрим, что же нам дает... Обычное золотое яблоко. У нас сейчас 2,5 сердца. Смотрим. Что нам дает? Нам дает регенерацию практически на 3-4 секунды. И нам, смотрите, что нам восстановило. Нам, ребята, восстановило, можно сказать, одно сердце. Потому что уже следующие сердца восстановились с помощью того, что мы заполнили наш голод. И оно уже просто-напросто стандартно восстанавливается. Также нам дало 2 дополнительных сердечка на 2 минуты. В принципе, вот так сейчас работает обычное золотое яблоко. Их немного... ухудшили, то есть сейчас они не такие сильные, как были раньше, хоть раньше, но не скажу, что прям сильные, супер-супер сильные были, но сейчас они стали еще хуже. То есть в тех же голодных играх и всем остальным, мне кажется, оно вам не очень так поможет. Все, что оно сделает, это просто-напросто восстановит вам одну жизнь, добавит, точнее, убавит голод, ну и 2 дополнительных сердечка. Это то, что сейчас делает обычное золотое яблоко. Сейчас, ребята, гейм мод. Сейчас мы посмотрим, что же делает улучшенное. Так, я не вот это хотел взять, а зомби. Давайте еще раз, ребята, посмотрим. Опа, вот я заспанил еще одного зомбарюшу. И смотрим, что же нам... Давайте уже подождем, хотя сейчас дайте... А, нет, не буду я включать. Ну, давайте сейчас подождем. Смотрим. У нас сейчас 4 сердечка, и посмотрим, что же это нам даст. Я забыл сказать, вот тут, в принципе, все написано. Вместо 2 сердец вам сейчас восстанавливает только одно. Что делает улучшенное золотое яблоко, да? Оно дает вам регенерацию сейчас вместо 5, то есть 5 уровня регенерации на 30 секунд. Сейчас вам дает только 2 уровень регенерации, точнее не регенерации, а регенерации здоровья дает вам только 2 уровень и только на 20 секунд. То есть минус 3 уровня и минус 10 секунд. Но сейчас
сейчас смотрите, сколько вам сердец даст. Я не знаю, честно, давайте посмотрим. 4 сердечка у нас сейчас. Нам, ребята, дали второй уровень регенерации на 20 секунд. И нам дали 8 дополнительных сердец. Также обычную защиту и защиту от огня на 5 минут. То есть вы можете сделать выводы, какие яблоки были в предыдущих версиях и какие сейчас. Вам дали 8 дополнительных сердец. Если честно, это круто. Но вам убавили офигеть и офигеть и офигеть какую регенерацию здоровья. Это, если честно, немного хреново. Но, ребята, решать вам. Действительно ли это круто, не круто, полезно ли это, что изменили, что добавили. То есть, мне кажется, то, что все-таки регенерацию очень сильно убавили, хотя, может, сейчас вот эти яйца, яблоки не так будут популярны, не так будут зависеть, не так ваша победа будет зависеть от этих яблок, а просто-напросто будет дальше продолжать зависеть от ваших умений, вашего скилла. Ребята, решайте вы, полезно ли это или нет. Я думаю, в принципе, да, это можно сказать даже круто, потому что не будет выигрывать тот, у которого было улучшенное или просто золотое яблоко. Сейчас даже у вас будет шанс выиграть. Если у вас тогда был шанс, то сейчас еще будет больше шанс. Поэтому, ребята, решайте вы. В следующем обзоре, да, можно сказать, в этом снапшоте мы приступаем к оружию. Давайте посмотрим, кто смотрел мои предыдущие снапшоты. В предыдущих снапшотах мы также рассматривали, какие же оружие улучшили, какие пофиксили, какие ухудшили. И сейчас, ребята, мы посмотрим. В этом снапшоте они улучшили, ухудшили, не знаю, как вам удобно. Дайте я молочко попью. Только меч, только кирку и только топор. Поэтому, ребята, посмотрим, что же они сделали. В предыдущем снапшоте урон у меча был такой же, как сейчас, 7-7. Только в этом снапшоте они добавили скорость атаки мечу. То есть, если в предыдущем снапшоте был 1.45, то сейчас 1.6. То есть, они добавили на 0.15 скорости больше, чем в предыдущем снапшоте. То есть, сейчас у вас восстановление оружия происходит на 0.15 быстрее, да, можно и так сказать. В принципе, да, это круто, потому что, ребята, согласитесь, многие были недовольны тем, что добавили восстановление вашего меча, сейчас нельзя вот так клацать и убивать боссов, нужно было нажать, подождать. Сейчас это, я не скажу, что прям очень заметно, но чуть-чуть быстрее это все проходит. Следующее — это кирка. Что они сделали? Урон такой же, как и был, но сейчас они убавили скорость атаки на 0.30. Да, заметно, согласен. Ну, в принципе, круто. То есть, можно сказать, они ухудшают те оружия, которые приспособлены только для добычи ресурсов. Если вы даже будете биться киркой, то у вас это будет получаться хуже, потому что все-таки кирка для добычи ресурсов, а не для боя. Поэтому они немного ухудшают. И, ребята, что самое главное, они немного ухудшили, с одной стороны, топор, с другой стороны, улучшили его. То есть, в предыдущих версиях снапшота у него было 11 урона, в этой... даже 9 урона. Значит, я что-то, ребята, не так понял. Смотри, дайте я включу вот эту фигню. Вот так. Да. Сейчас, ребята, даже не 10 урона, а 9 урона. Они отняли намного так больше урона, чем было в предыдущих версиях. На 2, как я понял. Но зато они немного подняли скорость атаки самого топора на 0.15. Что-то ухудшили, что-то улучшили, но в конечном итоге, мне кажется, то же самое, потому что они ухудшили урон, но они увеличили скорость. То есть урон у тебя будет меньше, но зато ты больше ударов сможешь нанести, и если его так сравнить, то получится одно и то же.
я не знаю, честно. Они там что-то химичат, поэтому им, наверное, будет виднее. Но на этом мы тоже засиживаться долго не будем, и мы сразу же приступаем к следующему. Вот эта часть мне саму больше нравится. Что же мы будем делать? Дайте-ка я возьму больше скелетиков, вот так. Что же делается? Они поменяли рецепт крафта щита, сейчас крафтится с досок, вот так, и сверху один железный слиток. Давайте возьмем щит. Что самое крутое, они поменяли ему текстуру. Сейчас не выглядит как это будто обычная доска, которую ты нашел на улице, одел и вот, я крутой, это мой щит, как будто ты не знаю, какой-то там пятилетний ребенок и нашел там палочку какую-то, ух, это мой меч, нашел палку какую-то, ух, это мой щит, да, да. Не так, сейчас они немного его сделали красивее. Как он выглядит? Вот сейчас он так, куда я нафиг поставил свой меч, отдайте мне, зараза. Сейчас он выглядит так, как будто действительно там есть какая-то доска и что-то более так стилизировано в щит, потому что в предыдущих версиях, как вы помните, если вы смотрели, был просто-напросто обычная такая доска и все, больше там нечего, не было, а тут как будто уже есть какие-то шурупы, резьба по дереву и может что-то остальное, и если честно, это мне, ну, больше так нравится, да, чем обычная доска. Но это еще не все, они улучшили еще щит. В какой степени они его улучшили? Если я вам объяснял, если у вас стреляет кто-то с лука, и вы одеваете вот так, прикрываете своим щитом, вот прикрыли своим щитом, то, как вы помните, стрелы просто-напросто, он закрывает стрелы, не дает стрелам нанести вам урон. Но что он делает сейчас? Он отбивает стрелы, то есть он их отбивает на землю, и вы их просто-напросто можете поднять. А ну давайте посмотрим, действительно ли вот это вот так. Вот так. И, а нет. А, я знаю. Сейчас, ребята, вот смотрите. Сейчас. Смотрите. Смотрите, зачем они вот это сделали. Вы можете убить скелета его же стрелами. Смотрите. Вы не можете поднять стрелы. Нет, ребята, я извиняюсь, я ошибся. Они просто сделали так, то что он отбивает стрелы. Если у вас кто-то стреляет, вы просто находитесь близко к нему, то вы можете отбивать его же стрелы в него же самого. То есть, если он вас стреляет, вы находитесь близко к нему, то вы отбиваете стрелы, которые попадают во щит, потом отбиваются и обратно летят в того, кто вас стрелял. Я не знаю, ну, в какой-то степени, да, это мне нравится, потому что это реально, как-то можно сказать, даже очень прикольно. И я доволен, если честно, я доволен. Но зачем я... Вот это вот сейчас начинается настоящий бред. Я не знаю, что курили разработчики Майнкрафта, когда вот это делали. Или, может, к ним в гости заходили там проведать, может, разработчики Saints Row. Я не знаю, может, что-то в этом роде. Но вы можете одеть лук и меч одновременно. Какой жопой вы думаете, ребята, когда вот это делаете? Я не знаю, может вы дебилы, может вы с какой-то другой планеты, может вы не знаете, что у человека только две руки, а не три. То есть ты можешь бить мечом, и ты в тот же момент можешь стрелять луком. Давайте посмотрим на F5, как это все работает. Каким задним местом ты натягиваешь стрелу, чтобы выстрелить? Или может твой дружок, который у тебя в штанишках, помогает тебе в бою на поле битвы сражаться с зомби, скелетами или другими игроками. Он берет и просто натягивает тетиву на луки. Давай, стреляй, а то я уже не могу. Пух, выстрелил, да? То есть может ваш дружок вам помогает. Просто другого объяснения у меня нет. Вы можете хреначить мечом и в тот же момент можете стрелять стрелами. Что? Я не знаю, честное слово. Что это такое, ребята? Вот, ударили, выстрелили. Ударили, выстрелили. То есть, ребята, пожалуйста, то же самое вы можете одеть щит, и то же самое вы можете стрелять с лука. Ну ладно, вот это еще куда не шло. То есть, смотрите, если у вас щит надевается, если вы не держите щит в руке, вот так, если вы его не держите,
А если у вас такой щит, который надевается вот сюда, может на руку вот так надеться, потому что, ну, есть такие щиты, я там в многих играх даже видел, да, что щит одевается вот сюда. То есть вы можете так держать, ну ладно, вы можете как-то вот тут держать щит и как-то вот тут так натягивать и стрелять. Ну, хоть это и бред, но в какие ворота это бы залезло? Ну, чуть-чуть, может, вероятно, чуть-чуть. Ладно, я согласен, то есть стрелы, лук и в то же время щит. Ну пускай, ладно, пускай. Дождь конченый, как обычно. А, но лук и меч одновременно, но это уже жопа полная. Ну сейчас даже видно, что никаким пальцем, никакой рукой не натягивает. А куда я нафиг стреляю? Что за бред? Ладно, это у меня как-то непонятно смотрелось. То есть Чем он натягивает стрелы, чтобы стрелять? Я не знаю, зачем они это сделали. Я, может, понимаю, это какие-то пробные версии каких-то новых там систем боя, но что должно вам прийти в голову, чтобы такое сделать? Я не знаю, честно. Я не буду на этом зацикливаться, потому что это настоящий, мать его, бред. Все, что я хотел показать в этой серии, это то, что изменили текстурку. А щита, про щит, что я хотел вам сказать, это то, что изменили текстурку щита, и это больше всего мне нравится. Остальное, это, ребята, полный бред, что они сделали с этим луком, что они сделали, хрен его знает чем, честно, ребята, это полный бред. Ну, давайте еще посмотрим, что же они еще изменили в самом Майнкрафте. Мы, ребята, создадим сейчас хардкор и посмотрим, что же они изменили. То есть... Сейчас, давайте уже загрузим. Вот, наконец-то. Наконец-то что-то грузится. Сейчас подождем, пока наш хардкорный мир загрузится. И смотрите, что они сделали. Ну, я не знаю, вот смотрите, мы себя убиваем. Я сказал, мы себя убиваем. Вот так. И сейчас вы можете или удалить мир, или наблюдать за миром. Вас перемещает в спектейтора, да, то есть никто не говорит наблюдатель, потому что многие там из-за КС, из-за других игр просто спектейтер, да, вы можете, когда вы умерли в хардкоре, вы можете просто-напросто полетать. С одной стороны, это издевательство, потому что разработчики над тобой смеются. Ха-ха, лошара, ты умер, ну посмотри в спектейторе, чего ты добился, какой ты дом построил, что же ты сделал, и смотри, что ты просрал. Вот смотри на этот красивый мир, а ты умер, зараза, в какой-то стороне. Но в другом, с другой стороны, если ты играешь в хардкор со своими друзьями на каком-то сервере, то ты, если даже ты умер, то ты можешь смотреть за своими друзьями, как они там делают, что они делают. Ты можешь посмотреть, где у них тайники были, где у них были спрятаны алмазы и все остальное. С одной стороны, это круто, с другой стороны, это тупо. Круто-тупо. Поэтому я не знаю, ребята, что же они хотели, но получилось вот это. И что? Последнее. Они добавили новый биом. Я не знаю зачем, но давайте посмотрим. Да, ну, в принципе, ладно, survival. Суперфлат, плоский мир. И добавляем, они добавили пустоту. Мир, который состоит из пустоты. Зачем? Ладно, мир, который состоит там с булыжника, с камня, песка и снега. Ну нахрена создавать мир, который состоит с пустоты? Что ты там будешь делать? Мир с пустоты. Дон. Создаем. Все, это мир с пустоты. Сюда, ребята, не прыгайте, потому что если вы сюда прыгнете, у вас крашится Майнкрафт. Я уже пробовал. Все, это весь мир с пустоты. Давайте включим гейммод, давайте взлетим и посмотрим. Все, вы тут заспавнились, мир пустоты и каменная платформа, на которой вы появились. Все. Походу, разработчики Майнкрафта наняли на новые должности разработчиков Saints Row. У меня больше объяснения просто нету. Лук и меч одновременно, вы можете и стрелять, и хреначить врагов по башке своим мечом. Вы можете одновременно носить щит и жопой натягивать тетиву лука и стрелять куда-то. Ладно, ну нахрена создавать пустоту?
Может, для скайблока, то есть, ладно, ну, в принципе, ну зачем, ну кто будет создавать, ладно, то есть, смотрите, есть многие рубрики, да, там, выживание в плоском мире, где вы там тоже хардкорно ищете все ваши там припасы, ресурсы, вы там как-то выживаете, но какой жопой вы будете выживать в мире пустоты, то есть, что вы тут будете искать? Ладно, те люди, которые создают карты, да, они там могут создать пустоту и там создать те же скайблоки, там, простройся туда, вот там, найди какой-то остров, забери сундук, там, добавь, там, достань какой-то один саженец, я никогда не играл вот эти в скайблоки и все такое, или прохождение карт, которые вот там в одиночном режиме, да, там, в небе, в пустоте. Но разработчики, если вы не знали, то создатели карт уже давным-давно научились создавать вот эту пустоту сами по себе, и они уже миллиарды вот таких карт создали, те же скайблоки, которые ты смотришь вниз, и там тоже одна пустота, там ничего нету. Нахрена добавлять в сам лицензионный официальный Майнкрафт биом мир пустоты? Я не знаю, сейчас, ребята, с меня хватит уже вот этих изменений. Они, мне почему-то кажется, они все дальше и дальше начинают портить Майнкрафт, они добавляют что-то стоящее. Ладно, добавили щиты, ладно, они там балансируют оружие, ладно, но не добавляйте лук и меч в две руки, не добавляйте мир пустоты, добавьте, мать вашу, какой-то новый биом, который будет полезен вам, мне и всем игрокам, которые играют в Майнкрафт. Я не знаю, добавьте там биом кроликов, единорогов, радужного дерьма, где вы будете его кушать, и у вас будет эффект там галлюцинаций. Хрен его знает. Уже бы лучше было бы вот это, чем мир, мать его, пустоты. Я больше не знаю, что сказать, ребята. Мы будем заканчивать этот обзор этого снапшота в этом прям охренеть каком суперском мире. Я не знаю, ребят, честное слово, я не знаю. Я прям отмечу сейчас, пойду себе там бухла накуплю и буду отмечать. Охренеть, новый биом пустоты, прям, охренеть, все. Майнкрафт с этого момента радикально изменяется, все. Не переживайте, я себя не зарезал, это ручка, а не ножик. Я просто уже не знаю, что разработчики Майнкрафта мне дальше ждать от вас в новых версиях снапшотов. Ребята, давайте порассуждаем, что они могут добавить. Что они могут добавить в следующих версиях? Что может быть тупее мира пустоты? Мне даже в голову никаких идей нету. Крутой у меня ножичек. Это, ребята, CSGO ручка. А какая у меня ручка, честно? Я не знаю, честное слово. Мир пустоты. У меня больше слов нету, ребята. Давайте заканчивать, потому что я сейчас с ума сойду. Я и так немного сумасшедший, как видно. Но, сам по себе, как бы, с рождения, да, я это не скрываю. Но с этими новыми снапшотами я вообще в дурку какую-то попаду. Поэтому давайте будем заканчивать в этом самом красивом мире, который я когда-либо видел, в самом крутом биоме, ребята. Честное слово, давайте я еще раз вам повторюсь. Если мы наберем 700 лайков, то я просто буду рад. Я буду еще больше ценить своих подписчиков. И также я буду выпускать еще чаще видео для вас, потому что чем больше лайков, тем больше я вижу, что вы хотите новые серии, новые видео, и тем больше и чаще я буду выпускать для вас видео. Не верите, ребята? Ну, поставьте лайки, сами убедитесь. Также не забываем оставлять комментарии под видео. Я читаю каждый ваш комментарий. Если ты, чувак, мне не веришь, я тебе зарежу, честное слово. Не то, что зарежу, а просто убедись. Напиши какой-то вопрос адекватный, а не там, Эдисон, как дела? А что-то нормальное? Да, я отвечу, увидишь сам. Также не забываем подписываться на мой канал. Я рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью. Поэтому я бы хотел тебя очень сильно попросить подписаться. А на этом мы заканчиваем. Ждем новый снапшот. Ждем, что же они добавят в новом снапшоте. Я уже не знаю, что. Но всем удачи, ребята. Всем пока.